Период подачи документов для участия в конкурсном отборе на должность генерального прокурора продлен до 29 декабря. Такое решение принял Высший совет прокуроров на сегодняшнем заседании. Кроме того, Высший совет прокуроров отклонил ходатайство Александра Стояногла об отмене конкурса. Председатель Высшего совета прокуроров Анжела Матузок сообщила, что Александр Стояногла ходатайствовал об отмене конкурса, поскольку оспорил в суде указ президента о его отставке, а также ссылается на ряд положений законодательства, которые, по его мнению, позволяют отменить процедуру отбора нового генерального прокурора. Как отметила Матузок, по этому поводу есть особое мнение, а само решение может быть оспорено в установленные законом сроки. На участие в конкурсе были поданы всего две заявки от адвоката Ильи Ротару и прокурора Игоря Демчучина. Напомним, после отставки Александра Стояногла Генеральную прокуратуру возглавляли только временно исполняющие обязанности главы ведомства. 26 сентября этого года президент Майя Санду подписала указ об увольнении Стояногла с должности генпрокурора. Как заявила глава государства, это было сделано в том числе исходя из обязательств Молдовы перед Евросоюзом о реформировании сферы юстиции. Ранее Конституционный суд признал неконституционной статью закона о прокуратуре, на основании которой была проведена оценка деятельности Александра Стояногла с последовавшим отстранением и увольнением. Двое судей Конституционного суда высказали тогда особые мнения по данному поводу. Речь идет о Любешове и Николае Рожко, который после этого подал в отставку с поста председателя Конституционного суда.